Так. Начать операцию. И почитаем сводки с фронтов. Чикаго в огне. Чикаго охвачен пожаром неизвестного происхождения. Вероятно, в них виноваты агенты чужих. Несколько месяцев назад противник стремился изолировать крупнейшие города и подорвать их обороноспособность. Теперь же чужие переходят в наступление. Это означает, что у нас остается меньше, все меньше времени. Так. Глубинный ужас. Новый Орлеан, Луизиана. Наводнение на побережье Мексиканского залива, возможно, связано с деятельностью чужих в этом регионе, однако более точными сведениями наша разведка пока не располагает. Особенно тяжело пострадал Новый Орлеан. В нем необычайно высока доля зараженных лунатизмом. Многие бегут из города. По сообщениям рыбаков, в районе ходят слухи о чудовищах, рыскающих по болотам. Я водяной, я водяной. Так. Ракетный кризис. Майами, Флорида. Наши агенты подтверждают сведения, что с Кубы был нанесен ракетный удар. Была это диверсия чужих или Куба пыталась сопротивляться войскам вторжения, неизвестно. Выпущенная ракета упала в Тихий океан. Произошел ли взрыв и каковы его последствия, неизвестно. Однако разведка предупреждает, что удар может быть не последним. Бедный Тихий океан. Его только что убили. А, тут две операции, офигеть. Огненный смерч. Санта-Крус, Калифорния. Потоки данных. Разведка КИКОМ обнаружила, что чужие начали строить большую башню. Охраны там пока мало, но у нас все есть немного времени, пока ее можно захватить силами небольшой группы. И таким образом получить неограниченный доступ к узлу связи Мозаики. Отправляйтесь туда и соберите всевозможные разведданные. Опять-таки это ферма. Ну, давайте туда. На деревню! Пилот. Разведки говорилось о пожарище? Да, но Фолк уверял, что огонь далеко от зоны операции. Вы ужасно доверчивый. Да все равно. Пожар там или нет, мы должны найти шпиль Мозаики и отравить его. Да вот он, я его вижу. Че его искать-то? Отлично, здесь у нас дымовая завеса от пожаров. Это, видимо, какой-то заповедный лес. Выглядит, по крайней мере, так. Что за... Какого черта ты, придурок, творишь? Дать бы тебе по башке. Сперва нужно отбиться от этих марсиан, а потом будем думать, как выбраться отсюда. Я не склонна к самоубийству, Джей. Хочешь их поджарить? Я за. Но я не хочу гореть вместе с ними. Эти долбанные твари глушат всю связь в округе. Мы отрезаны от мира. Зато у нас есть радиостанция Арти. Ты знаешь, что случилось с Арти. А остальные парни даже включить рацию не умеют. Это так. Зато я умею. Поганые звуки. Чего? Какой Рози? Ты настолько тихо что-то там шепчешь, что я даже ничего не слышу. Похоже, дровосеки решили провести собственное исследование ржавыми пилами, не иначе. Их методы мне как-то понятнее, чем наши в XCOM. Ну да. Всякие вивисексы, т.д. и т.п. Я думаю, что это не исследование, а попытка приготовить хороший такой жирненький гамбургер напоследок. Так. Ни черта интересного. Можно валить дальше. Не, ну кто так воет, а? И все-таки, что такое шпиль Мозаики? Представьте, что Мозаика — ночной клуб. Тогда шпиль в нем, бармен. И все эти семена, все зародыши в округе пьют то, что ставит им шпиль. Да-да, ясно. А мы вроде как отравим им всю выпивку. Именно. Хорошо объяснил так, что даже я ни хрена не понял. Да, весело тут было. Ага. Эти люди, они стояли до последнего. Сидели за рулем, я бы сказал. До последнего. Пересидели. Так, ну до шпиля тут совсем рукой подать. Прямо у носа противника высадились. Ну, как всегда, в общем-то. Хотя дымовая завеса на то и дымовая завеса. Здесь-то хоть как-то можно объяснить. Только не надо говорить мне, что мы сейчас опять будем по инопланетным коридорам шататься.
Внимание! Они тут камни на камни не оставили. Какой камни на камни? Целые дома стоят. Даже мешки не раскиданы. Очень аккуратно, между прочим. Поднимаю его. Станьте невидимым. Ну, собрались. Высота всегда неплохо. Поднимите щит. Целюсь. Есть щит. Отлично. Кто там? Кто там? Ой, много, много, много вас, ребят. Поналетели тут, блин, понимаешь ли. О, здрасте, мутон приперся. Себя только не хватало. Глот! Сейчас будет лучше. Так, разведчик. Они приближаются. Давай-ка сюда его. Отвлеките их. Наплевать. Здрасте, приехали. Ну-ка. Постреляем-ка тебе по башне. Ты тут не бармен, парень, случайно? Блин, я же инопланетную винтовку этому придурку не дал. Как я мог про это забыть? Ладно, пускай со своей походит пока что, если она ему так нравится. Сделаю одолжение, скажем так. Все равно от него толку никакого не будет. 100%. Сам иди отсюда нафиг. Ложись, да? Тебе-то нормально, ты не в зоне поражения. Ложись, называется. Так, сфера не готова. Нужна помощь. Я поставлю. Да, ребят, вы придурки те еще. Взяли все, провалили. Господи, они тут камни на камни не оставили. Внимание. Командир противника. Поднимаю. Глот пошел. Задайте ему. Нужны стимуляторы. Ну давай же, ну целься ты. Бесполезная туша. Стоит на углу, не может высунуться с пушкой. Надо этих мелких как можно в большем количестве положить до того, как выйдет мутон. Хотя, видимо, когда выйдет мутон, надо сосредоточиться именно на сектоидах, а не на мутоне. Он менее опасен, чем все эти гады вместе взятые. Он хотя бы гранаты не кидает. Этих метателей гранат точно надо уничтожать. Так. Бронеломку. Бронеломку. Что за... Так, ну ладно. Плевать, будем нормальным оружием пользоваться. Да опять 25. Да что ж силикоид-то постоянно стоит? Он ни хрена не делает. Ни разу вообще. Ничего полезного не сделал. Так. Ты будешь делом заниматься, а? Тварь ты тупорылая. Кто постоянно кидает гранаты? Получи-ка. Все. Всего это и нужно было. Вперед. Центр шпиля где-то там. Найти бы мне сейчас ящик с боеприпасами. Ну, не с боеприпасами, а там, где можно взять новых агентов и поменять вооружение. Было бы шикарно. Чтобы я дал нормальную лазерную винтовку уже этому придурку, который все еще с первой пушкой в игре входит. Как ты, совсем не по-божески. Да, мне бы сейчас боеприпасы обычные мои найти, энергетические. Здесь есть хоть один ящик с нормальными боеприпасами, которые нужны мне? Ну ладно, здесь так-так винтовки раскиданы, можно просто пособирать. Да и в дом вроде зайти можно. Давайте посмотрим, что там может быть.
Труп. Интересно. Даже дерево попилить не дают. В свободное время. Я бы запустил эту пилораму. Да, ну, в общем, ничего интересного. Патронов тоже не положили. Отправляют меня туда налегке. Ладно, я надеюсь, не до самого конца придется по этой башне карабкаться, потому что в прошлый раз это было сверхскучно. Проверьте оружие, парни. Не знаю, что будет, когда мы плюнем в их колодец, но им это явно не понравится. Да, давайте смачно харкнем. Прямо в центр этого круга. Ну что, бойня-то здесь будет? А, ну да, будет. Только сначала надо нажать кнопочку. Так. Здрасте, приехали, штурмовик. Сейчас уберется защитное поле. Готовьтесь к драке. Теперь энергополе упадет в любую секунду. Готовьтесь. Давай, быстрее. Может, вы уже займете позиции или как? Или потом под огнем это делать будете? Вот, зараза, мутон! Ослабьте эту броню. Вверх! Глот в деле! Ломите ему! Забрались! Сейчас, пока не прочухался! Погнали! Ну давай ему последний выстрел, а! Так, есть минус мутон. Ты кто такой? Ошалевший гад! А, это ты! Давно в тебя хотел стрельнуть, скотина. Зараза, из-за этих огней ни черта не видно. Тихо, хорош! Сейчас будет лучше. Давай же. Спасибо, очень кстати. Привет. Да что ж ты будешь делать-то? Не надо орать на моих подчиненных. Сейчас точно штурмовик прилетит, 100%. Иначе это было бы слишком легким заданием. Да зараза. Да хватит дергаться. Барнс, мы готовы. Возвращаемся к точке высадки другим путем. Барнс, вы меня слышите? Нет. Черт. Что-то забивает нашу дальнюю связь. Что будем делать? Ничего, останемся здесь. До зоны высадки и убьем любую тварь, которая попробует нас остановить. Двинулись. Как всегда, хороший план. Найти другой путь к зоне высадки. Давайте сделаем это. Пешком до базы дойдем, что нам? Мы же оперативная группа XCOM. Два дебила, один нормальный, более-менее. Два дебила, один алкаш, я бы так сказал. Вот она, опергруппа. Последней надежды человечества. Так, ну это уже какая-то картинка из XCOM Enemy Unknown. Красные огоньки, лес. Там половина таких уровней. Когда тарелку сбиваешь постоянно. Где-то в сельской местности все это происходит.